Да не, братан, вообще не варик. Да? Уходишь ты жестко, да. Вторую, да, подхватывает? Не, видно просто, что мощности больше, она уезжать начинает. Ну, может, из-за того, что легкая. Наверное. Ты, у тебя шестнарь, да, ты говоришь? Сейчас открою даже, посмотрю. Ну, давай, да. Не сравнится ни с одной иномаркой. Чувствую себя уверенно, как в танке. Если даже кто-то вдруг обидит мою крошку, если хоть подрежет на чуток, хоть на немножко, я этой суке нахрен прострелю все колеса. Если еще раз повторит, уедет на подсосе. Меня не напрягает то, что нет стеклоподъемников, и то, что лет 15 уже радиоприемнику. И не беда, что места мало, мне хватает за рулем такой красавицы. Я просто таю, еду по правой полосе, пусть себя обгоняют. Она на многое способна, я-то точно знаю, что может быть приятнее, чем Лада 07. Жигули такой модели завожу на зависть всем. Это моя машина, Лада 07. Жигули.